Высокоскоростной интернет в горном районе появится в следующем году. Сегодня в селе Бердегистях прошло торжественное мероприятие, посвященное началу строительства волоконно-оптической линии связи на участке Якутск-Бердегистях. Строительство осуществляется в рамках реализации меморандума о проектировании, строительстве и эксплуатации линии связи на участке Мирный-Верхневилюйск-Якутск. Его, напомним, подписали 2 июня. Проектируемая линия Вилюйский экспресс охватит Горный, Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбинский, Сунтарский и Мирнинский районы. Это позволит закольцевать магистрали в юго-западной Якутии. Окончание строительства намечено на 1 декабря 2017 года. Состоится начало строительства оптоволоконной линии связи до Горного района, поселка Бердегистях. Вообще вот этот проект называется у нас Вилюйский экспресс, то есть это начало строительства оптоволоконной линии связи по Вилюйской группе районов, в том числе и Горного района.